Салам алейкум. Мы не раз услышали из уст армян, занимающих различный социальный статус, начиная от простого уборщика и заканчивая высшими чинами, о непобедимости армянской армии и невиданном героизме. На протяжении всей истории хаи сочиняли самые немыслимые сказки и байки о каком-то воинственном духе, о том, что они рождаются чуть ли не с автоматом в руках и прочей байде. Когда они отступали, один генерал по имени Кмитас, он остановил скорую, оттуда солдата вышвырнул и сам сказал, чтобы его везли. Потому что дроны и беспилотники, они не били гражданские объекты. Да, армянские солдаты действительно герои, но на словах. А на деле всю их в кавычках отвагу и бесстрашие весь мир увидел во время 44-дневной войны. Армения во время этой войны потерпела сокрушительное поражение от Азербайджана. Не от Турции, Пакистана или вымышленных армянской пропаганды и исламских боевиков, а именно от Азербайджана. Несмотря на позорное бегство хайских вояк с поля боя, при виде азербайджанского воина вражеская сторона по накатанному сценарию продолжала лепить героев, тщательно скрывая массовое дезертирство своих военнослужащих. Однако, как говорится, шило в мешке не утаишь. Настало время чистосердечного признания. На смену одних героев пришли другие, не менее отважные герои, причем из офицерского состава. Как передают армянские СМИ, в Армении арестован офицер, участвовавший в 44-дневной войне. Согласно сообщению Следственного комитета, в результате полномасштабных следственных и иных процессуальных действий, предпринятых в рамках уголовного дела, приобретена достаточная фактическая информация о том, что во время военного положения, объявленного правительством Республики Армения 27 сентября 2020 года, в целях спасения собственной жизни, ответственный офицер артиллерийского дивизиона Энской воинской части армии обороны, майор, проявил бездействие, повлекшее за собой тяжелые последствия. Ну что же, подобное признание похвально. Правда, обыкновенную трусость и дезертирство майора Следственного комитета Армении стыдливо заменило безобидным словом «бездействие». Но, как говорится, и то хлеб. Баджарана Джангурбан. Что-то нам подсказывает, что список подобных армянских в кавычках «героев» будет длинным. И если противная сторона найдет в себе мужество обнародовать имена своих трусов и дезертиров, то, как знать, возможно, градус больного самолюбия армян заметно поубавится. Во всяком случае, хочется в это верить. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.